я начал с первого трека, который на диске звучит, а он прям очень такой громкий, суровый, поэтому в первый же час, в общем, рояль был как бы уже в щепках. Хотела сделать, ну, реально как кино. То есть я просто изначально хотел сделать кино, но в виде звуков. Вот, поэтому я хотел, чтобы было качественное звучание рояля, я хотел, чтобы было качественное звучание барабанов, всех остальных инструментов. Когда кроме фортепиано и барабанов оказываются другие инструменты, там оказывается бас, оказывается гитары, флейта, саксофон, синтезаторы, вокал, скрипка, виолончель, то оказывается, что все-таки собрать все воедино так, чтобы ничто ничему не мешало, ну, довольно такая сложная задача. С технической стороны, то, что делал Влад, это, конечно, просто феноменально, потому что было очень много насыщенных аранжировок, и то, как это звучит в конечном результате, по-моему, это очень все удачно. То есть, когда слышны все инструменты в миксе, мне кажется, что это вообще уже успех. Первая мысль, которая была, это сделать фортепианный альбом. И когда я начал искать какие-то черновики, которые можно было бы грамотно записать на студии, я подумал, что ну нет, как-то просто фортепианный альбом — это очень скучно. А в этот трек хочется добавить барабаны, а здесь хочется, чтобы звучала гитара. И постепенно это все стало наслаиваться, и возникла какая-то потребность в том, чтобы был все-таки какой-то такой довольно обширный состав музыкантов. И просто хотелось в первую очередь, чтобы вот отличные музыканты сделали отличную работу. И все. Писать лайв — это все-таки как бы театр, то есть это театральная постановка. А если делать такой вариант целиком студийно, это больше как кино, на мой взгляд. И мне, честно говоря, такая работа даже больше нравится, потому что ты сразу представляешь материал как некую, ну, такую форму, что ли, физическую даже. И над этой формой удобнее гораздо работать, когда у тебя есть какая-то свобода действий, когда у тебя есть время, когда ты можешь там что-то отложить, подумать, как будет лучше. Где все скажут? Черт, что за херня? Почему вот это сейчас играет?
все-таки у меня образование как академический пианист. Вот. То есть я не заканчивал никакое там ни композиторское отделение, ничего. Это был такой определенный челлендж воспринять себя, как бы реализовать себя с точки зрения композиции тоже. Я просто делаю то, что мне нравится, и стараюсь делать по максимуму хорошо.